Привет, меня зовут Ира, я основатель крупнейшей онлайн-школы Mehendi. И в этом видео я расскажу, какие нужны материалы для обучения. Вам нужно подготовить три вида материалов. Первое для своего замеса, второе для своих конусов и третье для своих эскизов. Для замеса вам необходим хороший качественный порошок хны. Его вы можете приобрести у нас, наших партнеров или других мастеров Mehendi. Хорошие эфирные масла. Подходят фирмы Aspera, Oleos, Fear Oil или Now Food. Для замеса вам понадобится сахар или фруктоза, чистая вода и глубокая мисочка для замешивания. Чтобы паста была удобной консистенции, подготовьте капрон 20 или 40 ден. Он нам пригодится для процеживания пасты. Для настаивания пасты нам нужна пищевая пленка. Для своих конусов нам нужны ножницы, скотч и слюда. Это прозрачная пленка для упаковки цветов. Для своих эскизов я рекомендую вам приобретать альбом для рисования формата А4. Также не забудьте про карандаш и лайнер, можно обычную гелевую ручку. Готовьте материалы и до встречи на обучении. Пока-пока!